россияне, открываю утром телеграм-канал, там массовое количество видео пушечного мяса. Кстати, я сегодня сделал ролик один, потрясающий. Ждите. Там один был рэпер. Где же он жил? А, село Ягодное. Есть такое, или город Ягодное, где-то там в Сибири. Вот, рэпер. Неплохой рэпер, там у него даже подписчиков было несколько тысяч, десятков. Вот, и он попал под первую волну мобилизации, делал обращение к Путину, потому что нет снарядов, тупое командование, и, в общем, сгинул. Ну вот, и, в общем, короче, там много мяса. Под танком один лежал, но он был мертвый. Я пригляделась, он все уже конченый. Потом, значит, лежала парочка, и они как-то немножко шевелились, и дроны скидывали на них ракеты. Гранаты. Один сбоку, то есть сзади и спереди. И ты видишь, как тлеет мясо. А одного из них из заднего как-то какой-то кармашек бронежилета выскочила мышка. То есть мышка выскочила, побежала. Ну, она сидела, наверное, может, тепло было в его бронике. А когда он сдох, то она выбежала, побежала следующего искать бронежилет. Вот. И, в общем, смотришь на них, и это жесть. Я призываю вас, россияне, думать о последних минутах взорванных ваших бойцов. Просто-просто думайте. Свечки там ставьте, я не знаю. Ложитесь спать, укрывайтесь одеялком. И представьте, они лежат на морозе, подорванные гранатами с двух сторон. А один из них меня поразил больше всего. Он лежал, и у него были одубевшие огромные пальцы, такие вот закостенелые. И он их...